Добрый день, на связи планета Аста. Сегодня у нас на обзоре Toyota RAV4 2019 года. Гибрид в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 178 лошадиных сил. Гибридная установка на 88 кВт, а КПП полный привод. Имеется спойлер, установлены рейлинги на крыше, камера заднего вида. Автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах. Пробег 98 тысяч километров. По салону красивый, темный, ухоженный салон. Чистый, непрокуренный. Кожа. Электроручник. Кондиционер, двухзонный климат-контроль. Мультимедиа. Система курсовой устойчивости. Кнопка старт-стоп. Мультируль. Контроль полосы. Круиз-контроль. Подогрев зоны дворников. Автосвет. Электрорегулировка зеркал. 4 стеклоподъемника.